Więc nie zastawił Gudul. Świetnie Ricky Tarrant, ależ przejście przez całe boisko. Dobry blok Ife Lundberga. Warto wracać do obrony i spójrzmy, czy będą w stanie szybko odpowiedzieć. A tope i dominaron totalmente el partido. Como estamos viendo ahora al Canarias sin tres de sus jugadores, digamos, de la... A su compañero de equipo, Alex López. Balón interior, Dawson, el triple de Dawson. Ha sido buscando la primera victoria, un equipo que ya no tiene nada que hacer en la posibilidad de meterse entre los dos primeros. Uno de los colegiados. Amagando con el triple, Lumber. 10, Lumber. Jugando Lumber, que bien se ha marchado con ese primer pasito. La bomba final del tercer cuarto. Lumber. Qué bien la... Игроков Уникса не летит из-за дуги. Очередной промах с дистанции. Лундберг пошел в проход и набирает. Но, тем не менее, какая разница, если и за данк, и за лэап засчитывают третьей четверти. И Фил Лундберг, пора ему что-то придумать. Пошел в проход. И Лундберг против него Акара Уайт. Произошла смена. Смит против Лундберга. Ифи один. Все-таки решил Лундберг. Не получается у него это сделать. Через передачу открылся. Вновь с мячом Лундберг. Вот последние минуты не совсем у него идут дела в атаку. И вводит мяч в игру, делает, просил мяч Янис Берзинч, был один, но в итоге Лундберг. Скорее всего, будет вновь разбираться один в один. Против него Айзея Кэннон, Лундберг, сложнейший мяч. And now Lundberg. Here we go. Lundberg. Off the iron, around it. 18.9 seconds to go. Blazevic, another player not originally... size by Mortensen. Thank you, pardon, Matthias Bach Christensen. As if a Lundberg for three. Denmark back within 9 points as Lundberg dices through two players. A little runner in the way. A three-point play of a sort for Denmark. And now the steal. Lundberg, that's a good pass. Not the finish, but the tip. But final minute now of the first half. Lundberg for three. Attempted dish from Kalnietis is stolen. That's a great look to Berg for the... to Sylvester Berg. That's the halfway mark of the third quarter. Lundberg. Oh, good dribble. Lundberg. Shaking, baking, firing from eight. Махивается он из краски. Лундберг. Попытка сам... записывает на счет гостей Иванухов. Лундберг пошел в проход, и проблемы в защите именно в краске, и видим, что армейцы этим пользуются. Впрочем, позволяет сейчас возиться с мячом Ифи Лундбергу, он остается против Фокмана, сам пошел в проход. И, тем не менее, у хозяев 10 секунд еще у них будет, и снова остается Лундберг против более высокого игрока. Лундберг остается против Бламбоя, может его тоже обойти на скорости, но посмотрите, как Гроссел остался против Хекета. Дальняя попытка Лундберга. Заигрывает Фокмана. Тот против Фрейманиса остается. И Зеленогур отбивается. Выхватывает мяч. И Фил Лундберг сам же устремляется в быстрый отрыв. И забил. Зеленогуры. Дэниел Хекет. Совершает потерю. Лундберг устремляется в быстрый отрыв. Два. Джеффри Гроссел играть маленькой пятеркой. Сегодня, в принципе, справляется пока что неплохо. Спустя 2,5. Под кольцо Лундберг. Он обычно играет изоляции с помощью Джеффри Гросса. По-прежнему довольно-таки комфортное преимущество у хозяев. И они отбиваются. И Фил Лундберг с мячом. Гроссел. И... Гроссел ставит заслон. Теперь Лундберг остается против Антонова. Пошел сам Ифи против Стрелникса. Лундберг абсолютно один бросать не стал. 3 секунды. Пора придумывать.